10 лет госкорпорация «Росатом» реализует отраслевую инициативу в сфере образования – проект «Школа Росатома». Саров стал местом, где появилась идея создания проекта, и впервые прошел выездной финал мероприятий для педагогов и школ. В честь юбилея в этом году организовали событийный марафон, эстафету в котором Саров принял у Заречного. Именно в нашем городе, начиная с 2012 года, был создан бренд школы «Росатома». Вот этот вот апельсин, который в течение этих 10 лет является как раз символом школы «Росатома». Ежегодно в рамках школы «Росатома» команда-победительница муниципального этапа метапредметной олимпиады достойно представляют Саров на всероссийском уровне. За время существования проекта наш город 4 раза выигрывал гранты на проведение мероприятий для талантливых детей из городов присутствия госкорпорации «Росатом». В течение этих лет наши педагоги участвуют в этих проектах, наши сады активно участвуют, поэтому большое количество детей, родителей, педагогов было занято в данном проекте. Это большое, огромное событие для всех образовательных организаций. 12 мая у Дворца детского творчества воспитанники студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» выступили с танцем «Экспериментариум», в котором показали историю открытия атома. По словам воспитанницы студии Арины Макаевой, подготовка этого танца оказалась сложной, но в результате все получилось отлично. Мы, во-первых, танцевали ученых. Там как бы рассказывается про то, что как бы мы открыли атом, и один человечек решил забрать атом. Но, несмотря на это, мы его простили. Танец покажут в фильме о праздновании юбилея проекта «Школа Росатома» в Сарове. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».